Дмитрий Борисанов, начальник исследовательской лаборатории ОАО «Славнефть» «Ярославнефть-Оргсинтез». Да, я уже не первый раз участвую в этом конгрессе. Конгресс действительно только начинается, но я уже ознакомился с перечнем докладов, слушал ряд докладов и могу сказать, что уровень конгресса и уровень докладов в этом году существенно выше, чем в прошлом. Моим менеджером является Дарья Тареглазова. Она всегда компетентно отвечала на все вопросы. Мы с ней достаточно быстро подготовили презентацию и все иные материалы, которые требуются для проведения конгресса. Я вот в этом плане полностью удовлетворен. Она ознакомит меня с необходимыми людьми, вот, обещала меня познакомить с представителями прессы, надеюсь, это случится. Вот. Но конгресс только начинается, но пока все хорошо. Сказать, ни для кого не секрет, что порядка 50% нашего бюджета составляют доходы от нефтегазовой отрасли. Именно поэтому санкции наших западных партнеров направлены именно на нефтегазовую отрасль. Ну, одна из целей – это снизить добычу в нашей стране и самим занять эти рынки. Вот. Одним из важных моментов в бурении скважин являются буровые растворы. До этого у нас применялись буровые растворы на водной основе, но они уходят в прошлое из-за того, что невозможно осуществлять на них сложные бурения в условиях глинистых пород, соленостных пород, которые водой размываются. И сейчас стали применяться основы углеводородные, которые применяются как раз при горизонтальном бурении и при других видах сложного бурения. Вот этот рынок на территории Российской Федерации порядка 50 тысяч тонн в год. Практически полностью это импорт. И в начале 2017 года перед нами была поставлена задача каким-то образом наладить выпуск этих углеводородных основ для буровых растворов. Соответственно, задачу эту перед нами поставили наши акционеры. И уже летом 2017 года мы приступили к выпуску. За год выпущено порядка 6,5 тысяч тонн, что составляет 10% от рынка. Наши буровые растворы, они относятся к верхней линейке этих продуктов. И в части низкотемпературных свойств они даже превосходят импортные аналоги. Но именно это является их сильной чертой, и это позволяет использовать их в районе Крайнего Севера, в районе Арктического шельфа. Вот. Это является высокомаржинальный продукт, который позволяет получить прибыль нам, нашим акционерам, но и самым главным бенефициаром здесь является нефтедобыча, которая получает прибыль не только за счет снижения стоимости самих растворов, но и за счет ускорения бурения. Ну, что еще сказать? Еще скажу, что то, что мы выпускаем, это примерно 10-15% рынка. Рынок еще можно захватывать дальше. Мы этот вопрос прорабатываем. И если наши дальнейшие шаги окажутся верными, то мы думаем, что через несколько лет мы сможем обеспечить нашу нефтедобывающую промышленность углеводородными основами отечественного производства в полном объеме.